Хорошо, зрители турнира, это вполне здорово для первого хода. Может быть, достану этот секретик, будет здорово. Ну, не будь секретиком. Еще пару раз я могу дробнуть. Секретик. Может, я просто буду стрелять. Кто же его знает. Отсюда точно все убить. Нет, я и сейчас, видимо, буду стрелять. Монетка Mortal Coil? Или что? Это действительно так необходимо! Ну ладно, хорошо, я разменяюсь тогда и достану этого парня. Наконец-то! Нет, за тобой не видно! Мой попкорн! Наверное, я ее достану. Да, это так просто разменяю. Плохо им гангбосс. По сути, единственное. Ну ладно, я ее не буду доставать. В таком случае я достану лучше из тебя. Конечно же. А девочку мы все же оставим для комбинации. Вот. Ну что-то типа Шаттер Санклерки, чтобы разменяться так, я совершенно не против. Ну, конечно же, имгангбот. Что же еще может быть? Что же еще может быть? Дэм. Ну ладно, черт с тобой. Твоя очередь умирать. Значит, я вдвое сильнее. Будет очень здорово. Ну, уже ладно, секрет не так важен. Я могу и Фернал достать. Что нормально. Ну, это так себе. 3-5, 3-5. А, да, я и Феррал достаю. Что хочешь, то и получишь. Тераплет я могу оставить для этой девочки. Что же делать? Эхо Медио мне даст набор карт, который мне не нужен совершенно. Плеймлендс даст мне возможность сразу что-то ремоунить, да, на следующий ход. Серьезное. Ну да, давай Флейм. У меня не так много ремоволов, поэтому я возьму его. Вот в чем твоя ошибка. Давай. Ну ладно, я нисколько не против. Давай что-то очень большое. Видимо, не будет. Счастливого праздника зимнего покрова. Нет, я не играю с основного. Нет, вообще играю, но не сейчас. Сейчас я не играю с основного. Ну что, давай я достану просто четверку и... отдам. Вот в чем твоя ошибка. Курсом. Зачем меня призвали? Не страшно. Видимо, в лицо пойдет. Ну, на самом деле, все равно я этими двумя существами в любом случае убиваю его. Существ. Портал призыва открыт. Ну ладно. Ну я могу так ударить. Я не против. Мне абсолютно плевать на вот эту девочку сейчас. Она уже ничего не делает. Вот в чем. Давай.
Наверное, я... Вообще могу тебя достать. Да, я, наверное, тебя лучше достану. Нет, на маге мне очень-очень часто не везет. Самые вот прям вот... Самые-самые невезучие карты у меня случаются на маге. Поэтому и такой низкий винрейт. Ну, типа как колода, которая вообще легко может набирать условные там... Ну, 7+, я делаю ей 3-0, потому что встречаю что-то типа там двух... вернее, трех фаер-элемов и какую-то еще легендарку, да, топовую. Ну, вот такие вот игры, да, я их проигрываю. Так, что могу я сделать здесь? Могу ударить так. Могу флеймленд сделать. Dark Iron Dwarf выстрел. Да, наверное, это будет поинтереснее. Ты называешь это оружием? Я заморожу, чтобы он мне его не убил. Идет запуск! Порталы открыты! Закрыло тьмы! Ну, это легкий флеймленс. В зале еще его не забапал. Здесь я вряд ли проиграю. Какой-то очень большой АУ есть только. Ну, не, может, не сильно ты большой, а просто Power Air Running Shadow Flame. Уже зайдет. Включаю ментальный дислокатор Т-130. Не очень. Ну, если забафает его, я... Подожди, я тебя не убиваю? Не убиваю. Извините, долетала. Хм. Ну, я могу, да, подровать карт. Раз, два, выстрел, удар сюда, удар в лицо. Интересно. Давай. Ну, я не так много, я одну карту всего дрону. Ну, могу две дроны. Что там хорошего? Ну, диван щелд оставлю. Ладно, давай две дроны. Интересно. Можно, конечно, в лицо если трога достать, но я... Ну, нафиг. Давай сначала тебя. Плохо будет зомби плюс этот Hellfire. Свете в сером. Это лучше, чем зомби Hellfire. Меня не сильно напрягает. Победа. Задала ран. Готово. Молчать. Будь начеку. Не стоило напрашиваться. Вообще-то неплохо, но... Не. Поищем единицы двойки. Не так их много у меня. Вот элементаль хороший. Ладно, давай так оставим.
Ладно, зомби здорово. Это хороший рука. То есть второй ход я просто выстрел сделаю? Ладно, не сделаю, просто выстрел достану его. Окей. Я не против. Ну ладно. Да, я разменяю. Ну, если хочешь, пускай заставит даггер мне, я не против. Ну да. Меня просто забирают темп и... Что мне еще надо? Спасибо. Забрать у Роги темп самое, но... Серьезно. Ладно. Не, полиморф я не хочу. Наверное, нужно дровать карту. Передай мне тангенциальный вращатель. Ты истечешь кровью. Монетка, что мне? Не сильно она меня беспокоит. Через монетку, если достанешь что-то большое, ну, у меня есть ответы на это. Я даже буду очень рад, если он достанет что-то большое. Мне сейчас очень желательно ответы кинуть. Да, на следующий ход Штормграда. Это так себе. Ладно, черт с тобой. Да, здесь от... особо ответы не покидаешь. Ну, ладно, у меня все равно осталось два существа под Штормграда, у него чистый стол. Ну что, начнем? Вот это можно и кинуть ответ. Лучше ли это, чем Штормград? Не, ну Штормграда я достаю, это значит 4, это 3, ровно я убиваю, да, наверное, лучше так. Трепещи перед мощью Штормграда! И это еще остается, что очень важно. Стали. Да, конечно, это идеальный ход. Пускай убивает. Не против. Ассасинейт. Ах, хитрюга! Тихо! Не, я не добавляю на этот аккаунт на делике. Вперед, вперед, все в лицо. Само собой. Наконец-то мне дали второй шанс. Майн Гандрал так будет не очень. Ну, ладно. Алекстраза, форсир. Не, ерунда. Ну да, если ты его убьешь, не тянет все равно. Куда больше урона на столе, у меня 9. Я щит Аргуса! Если я сделаю полиморф, я его смогу пробить? Да, я смогу его пробить. Сделав полиморф. Твоя очередь умирать.
Хена и Валира. Будь начеку. Не стоило напрашиваться. Ладно, другой доставлю, другой мне не надо ничего. Тройка хоть как-то позволяет столы держать, что ли. Не Рентеди, да, не очень, конечно. Ладно. Такая себе рука. Если придет какая-то единица, двойка, будет здорово. Зомби именно. Окей. Попросил зомби, пришел зомби. Все честно? Честно. Да зачем, Лив? Из одного матного слова? Оно того не стоит. Окей. Да, к сожалению, ничего не могу сделать. Ну ладно. Что тут у нас? К сожалению, я даю ему монетку. Ладно. Так много вариантов. Нет, ты сюда не попадешь. Ладно, хорошо, у меня есть смысл делать жаблен ловца плюс выстрел. Ура, ура, ура. Нет, я сделаю водного элементаля, конечно же. Да. Задели чувства. Пусть все люди себя очень любят. За меня. Ну, это ерунда, это я легко убираю водным элементалем. Наверное, это ставлю просто пятерку. Много. Ну да, наверное, это ставлю просто пятерку тебя. Вообще могу и заморозить. Единственное, как-то забафает. Что же делать? Ладно, хорошо, давай. Здорово. Я этому сильно рад. Чтобы у кого-то я чувства какие-то вызываю. Хочешь поиграть с огнем? Не висцерайт? Ну, не сильно беспокоит висцерайт. Честно сказать. Ну... А, бог с тобой. Ты даггером добьешь? И что? Еще и висцерайт будет.
Если еще и Висерет будет, тогда это проблема. Тогда это сильно. Ладно, нет. Не такая проблема, как казалось. И что я буду делать? Наверное... Да, вот сейчас проблема, что я делать буду. Ладно, хрен с тобой, давай. 2-2-2. Я убью тебя. Но я не хочу, чтобы меня его убивали. Я буду эмо-герой? Да, немного печально, но что делать? Что делать? Не, я это, конечно, оставлю, я хочу ему лицо пробивать. Давай... А что я еще могу сделать? Тебя могу сделать, но это так себе. Может, и не так себе. Секретик. Что же делать? Да, наверное, пятерка будет лучше. Давай. Блин, а хрен его знает. Ну ладно, да, давай пятерку лучше. Ну, это я поторопился на самом деле. Я бы просто дом не пришел, я бы... Полиморф. Ну, давай полиморф. Слава богу, мне не пришел в просто дом, а то я бы как идиот здесь. Таким ходом. А ты хелить не будешь резать, если что? Ты не из этих? Интересно. Становится жарко. Факел, выстрел, плюс еще одна тройка. А еще одна тройка это будет что? Так. Что я хочу? Не, на 6 в лицо все же ударил. Это рога. Для роги это хорошо. Безраженная сущность. Самое время. Ну давай. Сейчас я ему строю. Я же не против, если он еще 6 минут нанесет. Не против. Давай. Тебе бы только мои страдания. Так много ну, вариантов. Чёрт тебя святого. Ладно, я не против. Вот это печально. Это настолько печально, что я даже не знаю. Дурацкий паук, ну такая гадость. Чё таращишься? Ладно. Здесь полиморф. Всё, полиморф. Как раз вовремя! Фейс. Да, давай фейс. Здоровья у него мало. Если пятеркой ударю, я этим ударю. Плю. Я этим займусь. Окей. В лицо. Давай. Я его убиваю. Время умирать!
В последней карте надо всегда обращение к противнику сделать. Буду сражаться с честью. Вот и есть. 4. Ну, кстати, можно все оставить. Да, давай все оставим. Потому что есть вариант, что я смогу заводного рыцаря достать на третий ход. Счастливого праздника зимнего покрова, герой. Это печально. Ладно. Ну хорошо, 2, 3, 4, 5, 6. Сойдет. В принципе, это такое. Да, карта на друг. Надеюсь, ничего больше не достанет. Чуть позже мне пришел замк. Давай, ударь мимо, я достану через монетку 4-5 и... Давай, мимо. Ну, неплохо. В принципе, Виздумом две карты набрал, это для него уже неплохо. Хорошо, хорошо. Мне нормально. Сейчас еще огр промахнется. Мимо. Огр мимо. Ты, а что делать здесь? Ну, наверное, я сделаю так вот. Мне не хочется вот такой размен устраивать. Мне хочется как бы максимально по темпу сыграть, да, стол занять. Ну да. Вот. Ну, здесь вот могу выстрелить. Мне уже не сильно будет напрягать. Что приказать? Такое. Тебе понравится мой новый рецепт. 5. Вот это неплохо, да, 3-5. Это мне нравится. Могу Flamelands, но нет, это не серьезно. Раз, выстрел, 2. Вот эта штука. Ну да, скорее всего, у него есть еще нормальные карты, но что поделать. Ну, я имею в виду плохие карты, которые он мне отдаст под мир Рентони. Ну, что поделать. Что же делать? Других особых ходов я не вижу. Master for Battle PvP. Как обычно. Ну, давай. Подари мне что-нибудь классное-классное. За орден! Ну, это сойдет. Это сойдет. За орден! В принципе. Ну, хотя как-то да. Как-то и не очень. Что приказание? Так, тебя плюс выстрел. Лучше тебя убрать. Либо я Огра могу просто достать. Не, Огр так себе. Может, нормально Огр. Не, Огр так себе. Да, мне нужно ее убирать. За короля! За честь! Ну да, так себе все. Ну, если он достанет что-то сейчас очень большое, я кину Flamelands и выстрел делаю.
Тоже так себе, но... Плохо, что нет никакого АОЕ у меня. То есть, да. Слэмлэн с Йети. Это тоже мне не поможет. Ну что ж, давай Flamelands в Йети кинем. Ремувлом за 5 убирать четверку. Ну, это такая боль. Но что делать? Тупо ничего не разыграть. Достать Огра. Ерунда. Вот это я рад. Просто ничего не делает, да? Пятый ход практически. Привет, Глюк. Привет, Угрюмка. Здесь я собью щит. На самом деле, даже следуя правилам, мне будет очень неплохо. Для меня. Ну, так. Что, Трусильвер еще будет? Еще и молоток. Хорошо. Хорошо. Наконец-то мне дали второй шанс. Отсюда точно все увижу. У нас много секретов. Я пытаюсь как-то забрать стол. Передроул он меня на 6 карт аж целых. Ничего себе. Учитывая, что у меня много очень дровов в колоде, ну как-то блинский. Ну да, ну а что делать? Да, дурацкий Consecration, что с ним поделать? Что не поделать с ним? Секрет. Ускользко! Трепещи перед мощью Штормграда! Ну ладно. Может Стормграда убрать хорошо. Главное, чтобы не диванчил. Да и всякие были. Это ладно, это полиморф, это вообще не волнует. Ни секунды. Что приказание? Ты же меня будешь убивать? Нет, ты мне будешь тут. Стелс. Вот этот стелс меня, конечно, немножечко, да. Вот этот стелс меня обламывает. Торч. За Альянс! Восемь. Ну, Трусильвер, да, меня убьет. Ну, что делать? Что делать, что делать? Да, плохой, конечно, этот ему... Для меня. Стелс вот этот. Это не страшно. Жду приказаний. О! Фейс. Ну да. Хорошо, фейс так фейс. И что я могу сделать? Значит, тебя туда, это... Туда, это туда... Это я убью. Ну хорошо, да, я ничего не буду ему оставлять на столе. Посмотрим, что он топ-декнет. Не вздумай топ-декать что-то хорошее. Это я и мистер... Ну это... Так. Плюс-минус. Ну да, он меня убивает, если мне не будет таунта, не будет... Мне не будет ничего.
партия за тобой. Я буду сражаться с честью. Не стоило нам. Окей, я могу все встать. Это так себе, ну ладно. Счастливого праздника, зимнего покрова. Моя герой. Магия сокрушит тебя. Нет, здесь будет выстрел. Без вариантов. Жаль. Ну ладно, ничего страшного. У нас много. То есть, мне, конечно, хотел, чтобы он оставил монетку для третьего хода, чтобы достал четвертый ход. Но нет. И так сойдет. Ну, плохо будет, я на страже. О, это нормально. Это вот. Ну, в Integration плохо, да. Что делать? Наверное, я достану 4-3 на пустой стол, потому что мне нужно больше атаки. Я щит Маркуса! Это, конечно, печально для него. Да. Ну, здесь я, наверное, лучше даже тебя достану. 4-3. Значит, пятый ход. Не, я достану тебя, потому что у меня есть Dark Iron Dwarf. Моя очередь умирать. Да, Dark Iron Dwarf плюс выстрел это на 6 удар. То есть я могу питфайтера убрать. Мало очень существ. Я чувствую, как ему прям печально. От этого всего. Я могу так ударить, его достать, выстрелить, его достать, но консекрейшн. Вряд ли у него, конечно, есть консекрейшн, но ладно. Ты называешь это оружием? Молча! Моя очередь умирать! Так. И что я хочу? Что я хочу? Ну, я могу достать пятерку, выстрелить, разменять. Что вполне себе здорово. Могу достать тебя, пойти ему в лицо. Что не так здорово, мне кажется. Ну, да, там Mind Control Take будет, ну его нафиг. Я сделаю так. Меня и так устраивает. Здорово, Ист. Ну, я бы, конечно, мог бы и полиморф какой-нибудь сделать, но... Держись сзади. Легкий Dark Iron Dwarf. Dark Iron Dwarf семерка. Зомби... Не буду зомби доставать. Не вижу в нем смысла. Готово. Нет, я убивать его тоже не хочу. Ну, если есть забаф, мне как раз Крога забафает. Вернее, родит еще одного Крога. Которого он сможет потом убрать с помощью Mind Control Tech. Такой план.
За Нордскол! Окей. Ладно, не осуществился. Что приказать? Сколько я наношу тебе? Я наношу 9. Так, тебя разменяю, убью. Остается 3, Блэкмастер. Знание сил. Опс. Значит, я учусь. Я учусь. Осталось пиробласт из эфирала достать и все. Победа. Да, не понадобится. Жаль. Душа будет моей! Не стоило напрашиваться. Это еще только первое. Поэтому зрители-то не могут и уйти. А, да ладно, хорошо, я оставлю. Окей. Окей. Я могу достать этого. Вопрос больше не имею. Вроде, конечно, лучше отдать вот его. Кстати, может быть. Но нет, не, мне жалко монет. Монетка еще пригодится. Давай еще одного 3-2. 3-2, прошу. Ну, может, демон фаер кинуть, разменять зомби. Ладно. Так много возможностей. Неожиданно. Неожиданно. Что ж, давай. Нет, надо. Да. Ладно, Гуля, это Dark Iron Dwarf, и я разменяю вот так вот. А. Ну, ну так себе. Ну хотя, а что я могу сделать? Что я могу сделать? А. Что же делать? Dark Iron Dwarf разменяться. У него ставится 5-1 против моего 4-3. Толку мне от этого никакого. Ударить выстрел, достать тебя через монетку. Ну, что-то поинтереснее, но опять же я тогда не смогу стрелять на следующий ход, потому что мне нужно будет Dark Iron Dwarf делать. Да, монетки у меня не будет. Ну, как-то так себе. Ну, могу сделать так плюс эту штуку. Хрен с тобой, давай. У нас много. Вроде хороший очень темп уход. А, единственный вопрос, значит, мне биться или не биться? Ну, я достану... Ну, ладно, давай ударюсь. Проблема в том, что он сейчас достает какую-то большую карту и разменивает как раз-таки импом. Ну, ладно. Ничего страшного. Mortal Coil. В любом случае, скорее всего, стол будет сейчас за мной. Это мне нехорошо. Однажды я стану рыцарем. Окей. Ну давай.
Наверное, даже так сделал. Точно все увижу. Я просто хочу оставить себе 4 они. В планах выстрел плюс тройка на следующий ход. Потом выстрел Dark Iron Dwarf. Вполне неплохо. Ладно, ничего страшного. Это, по сути, он одну карту мне только отдал. Ну, слушай, я, наверное, оставлю даже стелса. Да хотя что, у меня... Да нет, давай. Чего таращишься? Так, ну да, наверное, Dark Iron Dwarf здесь будет мне приоритет. Ты называешь это оружием? Здесь я смогу это убрать. Это что, могу с помощью культмастера надровать? Не хочу 6-8, не хочу. Не хочу 6-8, не хочу. Ладно, хорошо, давай, ты играешь медленно, я буду играть быстро тогда. Это я сюда выстрелил. Лицо лицом. Ну, плохо будет, если Hellfire. Скорее всего, я... Ну, хотя, нет, 4... Если Hellfire еще единица урона в четверку мне пойдет, 4-4 пойдет, то тогда ужасно. Так, ладно. Так, я еще что-нибудь придумаю. Покупаешь или продаешь? Hellfire какой-нибудь ожидается. Саня Рубов. Я облегчу твою боль. Да, Soulfire. Я сказал. Время почти истекло. Так, и что делать? Что делать? Ну, давай культмастером достанем. Гни к нам или умри. Можно отдать. Я обречу. Вообще весьма не очень здорово. Ну ладно, если он мне разменяет так, убьет, да, то я дровну карту. Если у меня разменяет 1-4 и другой 1-4 на 4-2, я вообще не против. Ну, рисковый он типчик. Что же его? Мы должны очистить солнечный колодец. Блин, ну это плохо. Вообще. Ну да, в 4-2 уйдет. 1-4 пойдет в 2-1. Уже мертва. Зачем меня призвали? Наверное, лучше тебя. Ну, хотя не... Ну, такое. Так, так. Да я лучше тебя достану. О чем я вообще говорю? Этими всеми он пока не может это убить. Здорово. Да, сейчас бы на мир Рентеди его словить. Было бы очень, очень неплохо. Да даже хотя бы вот это. Пойдешь в лицо?
Да, да, к сожалению, с ремоволвмент у меня довольно плохо все. 8. 8-9 урона. 4 урона долетало. Давай начнем с вот этого. Что хочешь, то и получишь. Наверное, мне нужен конус холода. И еще проблема, что я его не могу ничего с ним сделать. Это большая проблема. Ну давай. Сюда стрелять никакого смысла нету. Ну, наверное, я сюда выстрелю, окей. Можно в лицо и стрелять, тоже нормально. Не, давай сюда. Ну, если разменять мне так, окей. Ничего страшного. Ну, кстати, зря выстрелил, потому что у меня лазерный дракон же есть. Точно. Это была ошибка. Нет, секрет, потому что это раскачается. Я не хочу ему дополнительно 2 урона давать. Вообще ни при каких условиях. Мимо. Ну что ж, хорошо, это я убиваю тебя и делаю конус холода. Ладно, я сделаю все равно то же самое. Наверное, это будет получше. Данную секунду. Да, давай. Ну и разменяет меня на обоих. Ничего страшного. Окей. Размены. Хочешь что-нибудь взорвать? Да, размены будут. Итак, значит, 4. Отражёнку может быть. Он я мог сделать полиморф. Много очень ходов. Значит, первое. Тебя. Скорее всего, на следующий ход... Да, и на... Нет, не убью на следующий ход, вру. Полиморф сюда, достать тебя, убить тебя. Это будет... Останется 2 у меня всего. Интересно. Может быть, это самое лучшее, кстати. Не уверен. Mirror Entity, что с ним? Еще 7 этих будет. 7 маны, 7 маны. 4, остается 3 маны. Тебя достаю. Ну, может быть, так вот давай. Наконец-то! Мне дали второй шанс! Нет, к черту. Да, и так сойдет. Ну, если какая-нибудь ерунда выйдет, и у меня не будет конуса холда, ну, не. Лучше вот сейчас он... Да. Ну, кстати, я бы не сказал, что это мне было очень плохо. Карта. Все, я тебя убиваю. Трепещи перед моей очередь сгорать!
начнется охота. Не стоило напрашиваться. Пас. Да, Mirror Entity на третий ход не та карта. Зомби, вот это та карта, которая прям. Именно так. Достанет 2-3. Ну, я просто тройку достану. Хофер? Каков план полета? Вау. Наверное, я ударю разочек. Ну да. Он мне единицу наносит, я ему наношу 2 урона. Это вполне нормально. Да, жесть. Все же у него вообще в руке, что он такой. Мне Mirror Entity мне бы сейчас очень помог. Ладно, водный элементаль. Это тоже хорошо. Неправильно немного расположил, но ладно. Да не, хотя. Да, сойдет. Что ты насобирал даже с тобой? Ну хорошо, я всеми ударюсь. ПЗН, да, привет, обучаю. Ну давай всеми ударимся. Нет, тут только расположение какое. Расположение ударить. Ну, наверное, так вот надо сделать. Мне жалко потерять 5-5. Это все же более жалко, чем 2-5. Так поставить. Наверное, лучше так даже. Ну, 5-2, у меня тогда водный элементаль хотя бы останется. Как раз вовремя! Дело сделано. ПЗН, 250 рублей арен. Начиная от драфта и заканчивая. Со мной. До конца. Я готов, сэр. Вот. Так, что мы сделаем здесь? Ну, я могу кинуть вот эту штуку, выстрел, и ничего больше не сделать, мне это не устраивает. Раз, два, достать тебя. Ну, подставляюсь под собак, под майн-контрол. Майн-контрол так не сильно подставляюсь, собак подставляю сильно. Ну, могу две тройки достать, еще больше под собак подставлюсь, но оставлю дракона. Да, я учитываю, что у меня есть герой Штормграда, я лучше так сделаю. Значит, так. Время так. Убирать! Теперь мы думаем, как будем ставить. Ну, тебя вот так вот поставим. Тебя поставим, наверное, вот... Так вот. Япнес, привет. Япнес. Как-то так. Чё надо? Схилит, ты как хочешь. Значит, что мы делаем здесь? Да герой Штормграда мы делаем здесь. Перед мощью Штормграда! Ну, наверное, даже так. Вот так. Ну, хотя я много очень урона наношу. Может... Ты истечешь кровью! Не, я так отдам. Не, так все хорошо, чего мне особо париться. На 4 урона могу. Ну, у меня есть летал, да, 100%. Держись сзади. Это факел убивает. Молчат!
Но если я тебя хилит, буду говорить, что делать, а ты будешь делать совершенно не то, то да, 0-3, оно может быть. И очень-очень вероятно.